25 января в Красноярске стартует 35-й юбилейный международный турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». В состязаниях примут участие порядка 300 атлетов, которые разыграют медали в 10 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 7 миллионов рублей. В первый день борцы поспорят за медали в трех весах – до 57, 61 и 70 килограмм. Дагестанские борцы в этих категориях уже прибыли в Красноярск. Напомним, победители турнира получат путевки на чемпионат Европы.